Там, может, коллегиально вообще? Может, 3 побольше тогда поставить? Там 3 плюс 2 стоит. 3 плюс 2, ну если хотите 5 плюс 2, давайте. Давайте побольше с тобой. Если хотите, давайте. Давайте 2 девушки против вас. Нет, это ерунда. Особенно 2 девушки. А вот, правильно. Ну, все сумели там. Так, хорошо. Так, давайте. 4 ёбка пожарьте, кстати. Увеличивается интенсивно. Все, поехали. В квадрате. Да, ходи. Да, ходи, ходи. Так, сейчас можно переживать. Я переживаю, да. Тут тонко. Теперь мы жарьём меня. Нас напали. А я жму, а я не могу. Дебют солидный. Очень хорошо, все серьезно. Непробиваемый с обеих сторон. Какой-нибудь ход? Время сбивает. Да, я вижу, что у нас... Ну, нормально. Так посидели. Надо угадать, что мы... Поехали. Артур. Надо поставить его как можно быстрее. Чтобы не было скучно. Я же не могу говорить, ходи. Значит, вариант китайской ничьей. Я никогда никто не отменял. Так, ну половину бойцов не знаю. Дальше действовать будем можно, как говорил Цой. Нормально. Надо разместить. Правильно. А нет, да. А такой вот там сайт. А, нет. А, РСБ-1, да? РСБ-1, А11-1, я говорю, неплохо так, да? Такой полюбит он строить. Завтра в Блиц, например, караван делает рокировку с ферзем. Ну когда я стрелку туда поставить? Главное в Армагеддоне походить. Можно и так. Можно и так. Ну да. Крепко, надежно. Я подумал, что это чего-нибудь. Хорошо. Что можно только сочинение было для приятного. Ну, кстати, еще профилактично отлично. Но теперь то, что мы не можем держаться. Так, главное их вывести перзенем, лучше мат. Но, правда, это не слишком завалированная подсказка. А то, может быть, наверное, напарниться хотелось. Так что... О, один перс хорошо, а два лучше. Вот как у нас с этим своим руками. И невозможный ход за это. И невозможный ход, да. Все. Блиц поражение. Ну, надо завершать. Я думаю, что белый вечный мар вечный шах не поставит. Ну ничья такая. Пожарка в ферзях. Самое время предложить ничего. Мы не успели предложить ничего. Ну ладно.
Так, давайте.